Всем привет, ребята! Как говорилось раньше, если мы наберем 150 лайков на первой серии, то вторая серия выйдет еще сегодня. И действительно, мы набрали больше, чем 150 лайков на первой серии, и вот, ребята, это вторая серия за сегодня. Еще раз выражаю всем отдельную благодарность за то, что вы поставили лайки, за то, что вы прокомментировали и за то, что поддержали. И вот, ребята, вторая серия. Всем приятного просмотра! Привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас я так думаю, я подумал, что можно сделать. Но тут у нас Шайни, я уже так посмотрел, Голбат, то есть он у нас уже есть. Тут Зубат, везде, только под землей. Ребята, то, что я подумал сделать, быстрое перемещение, то есть какая у нас фигня. В этих новых версиях Пиксельмона, то есть с покерадаром, да, то есть нельзя тпхаться, как раньше мы тпхались. Нажимали на любое место, нажимали букву Т, вот я нажимаю, тут пишет, куда телепортироваться, да, на какая высота и, в принципе, куда телепортироваться. Если нажимать, то пишет, что телепорт недоступен в конфигах, но я уже там столько лазил, что там нереально не включить ничего, и я не знаю, может, они вообще забыли там включить вот этот телепорт. Какая вторая у нас проблема? То, что мы тпхаемся каждый раз, писать координаты, писать, куда тпхнуться, и так каждый раз умираем, или куда-то не туда тпхаемся, и поэтому фигня-то какая-то получается. Поэтому я, ребята, подумал сделать небольшой такой где-то тут телепорт с помощью мода Custom NPS, чтобы мы тпхались туда, куда нам нужно. А, не повсюду, но в самые главные места. То есть от дома на... Да твою ж. От дома на остров, с острова домой, от дома в горы, то есть на бишарпах, потом куда еще нам нужно тпхаться. Остров, бишарпы, где прокачиваться, например, еще в Sunflower Plains, Flowers Plains, чтобы, ну, Райквазу там посмотреть, вдруг заспавнится. И, в принципе, вот такие небольшие телепорты, поэтому, ребята, так думаю, давайте как раз сейчас сделаем, если я помню, как они делаются, то давайте сейчас мы их начнем делать. Ну, я не знаю, ребята, где бы их сделать так нормально, чтобы и не мешало, и было удобно тпхаться. Где-то возле дома? Или, например, где-то... Нет, это далеко бегать. Давайте где-то возле дома, чтобы туда-сюда метнулись, да и все. Вот тут, например. Во. Так. Если бы я помнил... Так. Сюда. Потом тут транспортер. Транспортер, точнее... Дом. Все, первый телепорт у нас уже есть, ребята. Так, тут нужно... Сейчас, секунду, это нужно, ребята, все понастраивать. Вот. Нет, что-то ты неровно стоишь. Стендинг. Вот, сейчас нормально. Так, нет. Тут дом, допустим, да? Все, первый телепорт, ребята. Отлично. Так, там у нас босс... А, и в воде, да, такие смотрим. В воде, но нет, это не в воде, это под водой где-то в шахтах. И Soul Rock, или Диглит, или Арон. Ух, твою ж. Так. Сейчас. Второй телепорт, ребята, мы идем делать на наш остров. Да ты ж прикалуешься. Минус 840, 75, 1412. То каждый раз вот так писать, это с ума сойти можно. Ну, где-то вот тут телепортик какой-то сделать, да и все. Так. Ща. Потом тут остров. Сюда мы, ребята, ставим вот так. Сюда мы ставим вот так. Так, сюда. Сюда и сюда. Ну я не знаю, почему оно так... Почему оно так написано? Может... вот это уже новые какие-то фишечки. Так, ща. Тогда тут давайте тоже. Вот.
Ага, то есть нужно на вот этом писать. На английском, потому что на русском оно что-то. Ну понятно. То есть смотрите, ребята, стоим мы такие дома, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пошли поспали, пошли, взяли покемона, который нам нужно, чтобы не выбегать сюда и не писать. Ах, так, ладно, ща на остров ТП, ла-ла-ла-ла-ла, потом ла-ла, потом ла-ла-ла-ла-ла. А такие, оп, быстро забежали, ТП-кнули, посмотрели. А, нету тут никаких покемонов, дальше забежали, ТП-кнули, все, мы уже дома. И вот так быстрое перемещение, в принципе, оно офигенное. И выглядит так прикольно. Так, ну вот, отлично. Сейчас нам горы нужны. Горы, я не помню, какие там координаты, нужно посмотреть. Это что, я умирал тут или что? 2000, минус 2500, там 100, 105, 260. Вот тут, например, где-то. Где-то вот тут сделать какой-то телепорт. И зашибись. Ай, нет. Сейчас. Ну, в принципе, да, тут они спамятся, да, тут как раз вот эти горы. Так. Сюда выбираем. Так. Потом тут ставим. Так. Потом тут вот это. Тут. Mountains. Надеюсь, правильно написал. Так. Все. Домой. И быстренько тпшится. И мне кажется, даже без тех зависаний. То есть без лагов, ребята. Если вы смотрели предыдущие серии, то у нас в каких-то предыдущих сериях появились вот такие баги. Когда мы, например, тпхаемся на какую-то точку, то когда мы падаем вниз, то у нас просто ничего не прогружается и становится серый или какой там экран, и просто нифига не прогружается, и все. Если мы тпхаемся опять куда-то, то потом это как бы вот тот урон суммируется, то, что мы первый раз тпхнулись куда-то вот так упали, например, потом тпхнулись еще раз куда-то, а потом упали. Это все не показывается, потому что экран-то серый, но урон-то засчитывается, что мы и туда тпхнулись. И после того, как я перезайду, этот урон весь показывается, я умираю где-то, как уже, в принципе, было. А вот так нормально, нам нужно куда-то быстренько так тпхнулись, да и все, мы уже тут. Сейчас, ребята, нам еще сюда нужно, в Sunflower, 1500, 800. И больше я, ребята, а там минус был или... Я правильно тпхнулся? Да, более-менее. Куда нам еще нужно? В принципе, больше никуда. На острове мы качаемся, дом это дом. Потом что еще? В горах мы тоже прокачиваемся. И больше. Ну и в принципе вот тут, потому что нам еще Райкваза осталось. И больше, в принципе, все. Больше нам нифига не осталось. Так, я не знаю, ребята, да пофиг. Так. Это можно выкинуть. Это тоже. Это вот так. Сюда, да, еще один телепорт, сейчас мы поставим где-то. И готово. Больше нам не нужны ни телепорты, ничего. Твою ж фуражку! Я нажал, чтобы взять вот этот блок и поставить там, где я случайно вырыл. И вот это заменилось на мою кирку. Твою... Ладно, потом сейчас сделаем еще себе кирку. Ладно, пока... Твою ж охренеть. Нужно сейчас опять кирку себе делать. Чё тут? Равнина, допустим. Сюда. Так. Сюда. Так. Сюда. Ставим. Потом тут, я не знаю. Вот так. Все, еще один дом. Точнее, какой дом? Еще один телепорт готов. Вот так, отлично. Сейчас, ребята, давайте сделаем себе кирку, точнее, заменим ее, потому что я действительно случайно вот это все сделал. Вот это, что там еще было? Unbreaking. И что-то еще было? Или больше? В принципе, больше ничего нельзя.
Так, ладно. Все, ребята, телепорты у нас есть. И, в принципе, немного так времени это понадобилось, чтобы их сделать. 4 телепорта у нас есть. Замечательно. Сейчас, ребята, давайте посмотрим, кого нам нужно прокачать. Рапидашу еще уровней так 5. Тогда нужно еще, ребята, пойти Раркенди сделать. Но сначала давайте вот это все выкладим. Выложим, точнее, в сундуки. Это сюда, 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 сюда. Это быстренько. Дастбол уже, в принципе, тоже нужно. Нам уже, ребята, некого ловить. А хотя... Хотя, вот что я не подумал. А если шайни заспавнится, нам же их тоже нужно будет ловить. Вот про это я и не подумал, ребята. Я уже думал, что, вот все у нас уже. Покемонов уже практически некого ловить. И поэтому я уже так все выкладываю. То есть больше нам некого ловить. А еще, а вдруг шайни заспавнится? Так. Отлично. Что нам нужно? Алмазы есть. Голдстон есть. Сахар есть, но в принципе и так собрать сейчас можно. Вырос там? Нет, еще не везде вырос, поэтому давайте не будем собирать. Еда выросла. Посмотрим. Ну давайте соберем, хоть и не везде выросла, но все же. О, ребят, смотрите, никто не потоптал. То есть в этот раз никто не потоптал, никто тут не гулял, не топтал. Так, не все, конечно, выросло, ну да ладно. Так, тут все собрали. 37 картошек. Тут все собрали. Это сюда давайте. Так. И вот так. Отлично. Сейчас, наверное, что-то другое покушать возьмем, а то картошка уже, если честно, надоела. Мы же только картошку ели и жареную. Ну, как бы. Мы ее собирали. Ни морковку не ели, ни стейки не ели, а только картошку. Так, тогда это вот сюда ставим. Это сюда ставим. Отлично. Так. Сейчас, ребята, покушаем. И пойдемте сделаем себе Раркенди. Сколько там мы сможем себе сделать. Точнее, нам нужно купить сейчас вот эти золото. Так, давайте. Это. Это. Это у нас уже, так, 4, 5, нам нужно 8, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Ох ты ж, я опять про яблоко забыл. Твою ж. Так, сколько там у нас? Ну, 20 есть, но это все нужно... Так, вот так и вот так. То есть у нас сейчас, ребята, 40 только получится. В принципе, да, больше никак. Ну, ладно, давайте пока сделаем. Сейчас это тогда берем. Сюда яблоки. Пока что только 40 получится. Ну, там у нас есть еще 20, но они как бы нам пригодятся. Для того, чтобы потом опять купить вот это все. Точнее, яблоки, да? Так, тогда это сюда. Это сюда, это сюда. Так, и вот так. Отлично. Это сюда, это сюда. Замечательно. У нас уже два стака вот этого. Конечно, не очень. Очень тратить. Не будем мы, наверное, так. Ну, потом посмотрим, если что. Вот так, отлично. Так, что, ребята, сейчас быстренько домой поспать. Сделаем себе Раркенди, стак и с чем-то, пару штучек. И, ребята, днем... Хотя нет, каким днем? Нам же как раз ночи нужна, чтобы на Бишарпах пойти прокачаться. Ща. Через телепорт мы туда, ребята, уже пойдем. Так, вот. Отлично. Но пока что мы летать еще не можем, что, в принципе, не очень. Тогда это сюда. Так. Фух, о, нифига себе, сколько их так быстро заспавнилось. Твою ж.
Во. Ладно. Ты чё прикалываешься? Я не успел тебя ударить, ты уже... Метанг. Ладно, давай тогда Левань. Отлично. Так, ну что, дальше, быстренько, пока ночь. Ну, о, там много заспавилось. Нужно Рапидашу прокачать кучу так уровней. На той стороне мост тут что ли построить или еще что-то, потому что каждый раз вот так это сдуреть можно. Так, Голдаку 10, Рапидашу 5. Ай, так. Не убей. Отлично, 4000 опыта. Так, Рапидаш 46 уже. Где вы? Только что 2 тут было, уже 1 стал. Но походу они друг с другом там бились. Так. Отлично. Опять 4000 опыта. Дальше. Быстренько, пока ночь, чтобы это все прокачать как можно быстрее. Ну, давай. Так, дальше. Быстро. 4 уровня, если успеем прокачать, будет вообще офигенно. Так. И еще раз. Ну да, Панита тут уже тянет, можно сказать. Рапидаш, точнее. Можно прокачиваться, мне кажется, нормально. То есть она тоже быстро умирает, но и убивает быстро. Так. И еще раз. Да, вот это. Так, дальше. Дальше. 47-й. Молга 52-й. Так. А с этих тоже и железо выпадает, и все выпадает. Ух, сколько вас тут. Тогда давайте этих тоже убивать. С них немного опыта падает, но зато нормально и железо, и всего остального. Вот поэтому и прикольно, ребята, мне кажется, будет играть с тем же... с монстрами, как я говорил, потому что, смотрите, если нам нужно железо, мы сюда придем, мы тут покачаемся, да, и все. Выбиваем себе железо, потом себе броньку сделаем или там пару мечей и набьем опыта вот тут, и в принципе будет офигенно, мне так кажется. Так, кто там босс? Рапидаш 49 уже, нифига себе, мы ему 4 уровня вкачали быстро. И Голдак 41 тоже прокачали немного. Если еще вот этих сейчас тут убьем, которые тут есть, будет вообще офигенно, то есть этих всех, потому что куча опыта нам дастся. Так, отлично, дальше. Ух, еще и босс Бишар. Только не пропадай, я бегать не могу. Я не могу бегать. Так, быстро. Опа, о, отлично. Бам. Так, ху. Это тогда быстро сюда. Нифига себе, сколько на карте, ребята. Все, Рапидаш уже 50, и уже офигенно, уже хотя бы успели за ночь прокачать. Это уже отлично. Во. Так. Так. Еще я мазики себе сейчас набьем. Так. Отлично. 51-й. Вот тут их куча. Только не вступай в бой, пожалуйста, не нужно. Лучше я с вами в бой вступлю, чем вы будете друг с другом там драться. 60 уровень. Это отлично. Так, дальше. Быстро, пока... Сейчас уже, в принципе, утро будет, как я понял. Еще чуть-чуть там осталось. Поэтому, если успеем еще хотя бы 2 уровня прокачать, вообще офигенно будет. Рапидаш 52, ребята. Мы за ночь ему 7 уровней прокачаем. Так. Еще, если успеем хотя бы... 44-му, тут вообще охренеть, как много опыта дают. Больше, чем по полуровня. Так. Быстро, пока есть время еще. Так, если успеем к
44-му, но сейчас после этого у него уже 53-й. О, какому 44-му? К 54-му. О, там уже сейчас утро будет. Так. Давай, быстренько, пока они еще пропадать не начали. Голдак тоже уже 42-й. Так. Быстро, ребята, нужно еще хотя бы уровень прокачать. Ох, ну вы должны были в бой вступить между собой. Ладно. Но сам напал. Мы не попали, а он напал. Так, вы все уже вышли с боя. Тогда давайте быстренько. Еще один уровень прокачать. Че прикалываешься? Так, еще один уровень. Давай, это уже еще утро. Так, еще вот там один есть, но его нужно или найти, или фиг его знает. А, в принципе, все, Рапидаш уже 54-й, мы ему 9 уровней за ночь прокачали. Или сколько? Да, 9 он был каким? Он был 45-м, сейчас уже 54-й. Так. Вдруг еще и к 55-му успеем. Вообще офигенно будет. 55-й Рапидаш за ночь. Ну, 45-го на 55-й. Ну, какая там пещера? Или что это? Так. 55-й, ребята. Попади. Ладно, там повыше нужно. Да ты что, издеваешься? Ну, напади сам. О! Убили. Ну там еще двое, но я думаю, вряд ли мы к ним успеем. Но там еще одного вижу. О, еще одного. Ну давайте вдруг успеем. То есть сейчас утро, они уже должны начать пропадать вот сейчас. Ну, еще минута где-то. Утром они еще спавнятся, а потом, когда уже прям день, то тогда они уже перестают спавниться. Иди сюда, быстро. Отлично. 56-й, ребята. Все, они уже начали пропадать, мне так кажется. Давайте, может, еще успеем вот этого. Так. И еще раз. Замечательно. Ну, вот того мы вряд ли успеем, но давайте пробежимся. То есть он уже последний, как я понял. Больше уже никого тут не осталось. Опа, снайпер. Попали. Все, ты последний, чувак. Больше никого. Отлично, ребята. И прокачались нормально. 11 уровень, 11 уровней за ночь Рапидашу. Где-то 2 уровня за ночь Эмолгия. Уровень Лиавани. Потом 3 уровня Голдаку. Пару уровней Метангу. И где-то тоже 3 уровня Таурусу. Так. Ну, попади ты. Так, отлично. Ладно, идем домой. Так, ай. Нормально, мы прокачали, ребята. Ну, еще бы было офигенно, если бы еще Голдаку 7 уровней, потом Метангу 10 уровней и Таурусу 4 уровня, и можно уже прокачивать с помощью Раркенди. Так, ну, Голдаку я не знаю. Сейчас мы пойдем на остров. И тут попытаемся прокачать. Я не знаю, давайте посмотрим. Да. Водный против водного, конечно, не очень. Ну, вот этим более... Хотя это не каждый раз же бьет, да? И не очень так сильно. Так, ну, давайте попробуем прокачаться вот тут. Так, давайте, ребята, будем пробовать. Ну, вот так, да. И, в принципе, нормально. Опыта, если вот так попрокачивать, где-то к 50-му вообще офигенно будет. Сейчас он уже 45-й будет. Еще 5 уровней, и в принципе будет офигенно, потому что у нас уже будет готовый и Голдак, потом еще Метанга и остальные. Ну, Таурус. Таурусу 4 уровня осталось, поэтому в принципе его тоже как-то можно будет прокачать.
Отлично. Да ты издеваешься. Уворотливый какой, а? Ходит по кругу. Во. И во, отлично. Так, 45-й. Так, ой, сам напал. Да не ты, а вот ты. Во, давай. Ну, с трех ударов тоже зависимо от покемона, с которым мы бьемся. Ну, Кингера, да, с 2-3 ударов, смотря какой уровень. Так, Рапидаш 57. Еще и тут я ему немного прокачаем. То есть ему 3 Раркенди осталось. Да. Ну, для прокачки. Так. Вылечим. Леовани 52. Давай, давай, Голдак, если к концу серии мы тебя... Хотя вряд ли мы тебя прокачаем, сейчас уже конец серии, можно сказать. Ну, давайте ему еще к 48-му, если получится. Ну, вот тебя я не знаю, сможем ли мы убить. Ты еще и хилишься, поэтому давайте-ка мы Леовани. Мы еще хилиться, поэтому его фиг мы сможем толком убить. Так, Голдак 47-й. О, как раз он сейчас уже, ребята, 48-й будет. Так. Кто там еще есть? Сводных. Это... А, ну это мое. Так. А, не, он не 48-й. Ну там почему-то показывало, что около 48-го, ну да ладно. Еще вот этого убьем, и в принципе, мне кажется, будет 48-й. Ну и... Да, 48-й. Замечательно, ребята. Все, на этом идем домой. Ну давайте еще вот этого убьем. Так, отлично. 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 Уже 48-й с половиной. Ну, ты тоже, я вижу, очень хочешь напасть. Ну, давайте тогда еще уже к 49-му его попытаемся прокачать. Сейчас ему, в принципе, тут парочку покемонов осталось. Вот, еще вот этот, мне так кажется, и будет он уже 49-й. Потом еще один уровень, и все. Можно начать прокачивать Тауроса. Сейчас посмотрим, какой он там. Таурус у нас, ну, Метанг 41, Таурус 46, нормально. Так, давайте это тогда вот это все повыкидываем. И домой быстренько. И все, ребята, на этом мы заканчиваем. Вторая серия за сегодня, не забываем ставить лайки за это. Все, ребята, офигенно, мы прокачали команду. Наверное, уже где-то в следующей или потом еще в одной серии мы уже ее докачаем. Сделаем себе телепорты, где можно вообще офигенно телепортироваться. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.